Люди разных возрастов и профессий Ленинского городского округа поддержали традиционную акцию «Наш лес, посади свое дерево», придя в этот день в свои дворы, школы, детские сады, парки и скверы. Каждый хотел внести свою лепту в общее дело. Мы все когда-то либо, наверное, еще начиная с юного возраста, выходили в свои дворы, сажали деревья. И очень отрадно, что и сейчас мы продолжаем это делать. И то, что у нас появится еще больше деревьев, зелени, цветов, кустов, то это говорит о том, что нам не безразлична судьба родного города и в какой зелени он будет утопать. Многие видновчане приняли участие в озеленении всей семьей. Так, например, известный видновский хирург Василий Осокин вместе со своими близкими посадил каштаны возле дома на Жуковском проезде. Эта акция проводится уже не первый раз. Мы постоянно принимаем в ней участие в посадке деревьев. Вот. И, в принципе, почему мы принимаем? Потому что каждое дерево – это есть украшение нашего города, чтобы город был более зеленый. Не хватает деревьев в городах, а деревья дают нам кислород для того, чтобы повышалась экология в городе, чтобы было больше зелени. И деревья – это же красиво, поэтому это необходимо для всех нас, для жителей города. Акция одновременно проходила сразу на 120 площадках, одной из которых стал двор на проспекте Ленинского комсомола около дома номер 9. Местные жители и общественные деятели посадили несколько лип и каштанов. Природа – это богатство, которое нужно беречь. Более 22 тысяч человек оказались неравнодушными к экологической акции и приняли участие в озеленении родного края. Татьяна Брылова, Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.